Капризы погоды доставляют горожанам множество проблем. Плюс меняется на минус, в итоге гололед, а у сотрудников муниципального учреждения Дорремстроя работа не в проворот. Это и уборка, и обработка городских улиц. На данное время устраняем противогололедными материалами тротуарные части, остановочные павильоны, пешеходные переходы, подземные переходы. Техника работает у нас в круглосуточном режиме. Работают в среднем 70-80 единиц выходят. Они проводят тоже подметание дорожного полотна, удаление тоже снежного наката, удаление противогололедными средствами тоже обрабатывают дорожное полотно, тротуарные части, вывозка снега, комплексная уборка у нас идет, проводится по всем улицам. Работы ведутся круглосуточно в две смены. Мария Горячева сегодня свой рабочий день начала в 3 часа ночи. Ее участок – центр города. Самые оживленные улицы требуют особого внимания от дорожных рабочих, признается женщина. Мария вместе с коллегами занимается уборкой площадей Соборной, 30-летие Победы. Пристальное внимание уделяют улицам Гончарова, Дворцовой, Спасской, Карла Маркса, Минаева, Ленина, Железной дивизии. Более внимательно мы относимся к этим объектам, больше времени уделяем этим объектам. Это Гончарова, где большинство широкие тротуары и людей ходит больше. Работы у дорожников достаточно в любое время года. Дорремстрой занимается также ямочным ремонтом дорог, очисткой систем ливневой канализации, уборкой мусора на улицах и остановках общественного транспорта. Работа предприятия ведется в круглосуточном режиме. По вопросам очистки улиц граждане могут обращаться в диспетчерскую по телефонам, указанным на экране.